Жители дачного товарищества возле Червишева обнаружили в лесу останки домашних животных. Из-под снега весной появились фрагменты тел собак. Рядом валялись зеленые бирки, которые натолкнули на мысль об убийстве приютских животных. Но специалисты говорят, что такие метки в приютах не используют. Кроме собак, из-под снега видны шкуры и останки сельскохозяйственных животных. Дачники обратились в администрацию и вызвали полицию, чтобы выяснить, кто устроил кладбище домашних животных. Сейчас проводится проверка. Животные, они же могут быть больные, то есть паводок вот-вот, и это все может снести в реку Пышма, вот на опушке леса здесь рядом. То есть вода может дойти даже до сих пор.